Всем привет, друзья, подписчики! Приветствую вас на своем канале. Вот и приехала ко мне моя первая экшн-камера. Буду делать по ней видеообзор. Видеообзор будет состоять из двух частей. В первой части мы познакомимся непосредственно с самой экшн-камерой, с ее настройками. Также рассмотрим аксессуары, которые приехали вместе с ней. Вот, и в описании я скину ссылки на тест видео и фото. Все там опишу, то есть все оформлю, чтобы имели представление, как она снимает, на что вообще способна. А во второй части видео будет мнение после использования. А пока что сроки я сказать не могу. Это будет неделя, две где-то, то есть я хочу хорошо протестить ее, посмотреть все плюсы и минусы, выявить. Вот, так что давайте приступим к распаковке. Данная экшн-камера приехала у нас вот в такой коробочке. Тут у нас описаны характеристики. Так, что-то вот все сфокусировалось. Вот все самые, так сказать, основные классные характеристики данной камеры. Сейчас мы посмотрим, что у нас внутри. Сразу видим две коробочки. В одной из них находится, да, наша экшн-камера. Так, еще коробочка с аксессуарами. И еще коробочка. То есть коробочек с причиндалами, так сказать, много. На это производитель не скупился. И, кстати, есть такой бонус, так сказать, для использования данной экшн-камеры как в роли видеорегистратора. То есть тут у нас есть зарядочка от прикуривателя, зажим на стекло, и вроде как должен быть еще аккумулятор с зарядкой. Но это чуть позже рассмотрим. Так, вот она, наша экшн-камера. Такая вот красивая, желтенькая. Такой вот бокс, чтобы можно было снимать под водой. Ну и просто, так сказать, защита очень грамотная. Так, расчехляется у нас вот так вот. Достаем саму камеру. Так, ну и теперь поговорим о самой камере. Как мы видим, на передней панели у нас есть кнопка включения-отключения данной камеры. Название и модель: Suku C30, поддержка Wi-Fi, объектив. Здесь сбоку у нас находится динамик. Разъем под карту памяти, micro HDMI, micro USB, сам дисплей. Здесь внизу находится разъем для батарейки. Сверху кнопка ОК, индикатор. И здесь не совсем видно будет, да вот, сейчас видно, индикатор заряда либо разряда данной камеры. Сверху синий, снизу красный. Вот. Ну а теперь поговорим о характеристиках нашей экшн-камеры. Наша камера имеет дисплей на 2 дюйма HD, вес 64 грамма. Формат видео записывает в MP4. Фото делает в JPEG формате. Баланс белого авто. Максимальное количество записанного видео 90 минут. Угол съемки нашей экшн-камеры от 70 до 170 градусов. По размерам: ширина у нас 59, высота 41 и длина 31 мм. Данная экшн-камера имеет чип Novatek 96660. Также самое сладкое у этой камеры — это, конечно же, линзы. Они от Sony IMX 078.
Также кодек данной камеры H264. Так, ну и можно посмотреть еще аккумулятор. Сейчас мы посмотрим наш аккумулятор. Характеристики. Так, вот почти в фокусе. 3,7 вольта, литионный, на 1050 ампер-часов. Вот такие вот характеристики данной экшн-камеры. Так, ну теперь можно, в принципе, прогуляться по настройкам. Так, сейчас ее включаем. Нажимаем 3 раза. И попадаем в менюшку. Первое, что мы видим, это у нас разрешение. Нажимаем, сразу видим, самый высокий формат у нас 4К Ultra HD. Это получается соотношение 2880 на 2160. В 24 FPS снимает 24 кадра. Дальше идет Quad HD. Записывается в 30 FPS. Соотношение 2560 на 1440. Дальше идет Full HD. Записывает в 1920 на 1080 в 60 кадров в секунду. И Full HD записывает соотношение сторон 1280 на 720 в 30 FPS. Также есть другие настройки, но они, конечно, уже по разрешению похуже будут. Вот. Дальше идет у нас цикличность. То есть вы записываете видео, видео у вас оно идет по кругу записи. То есть можно поставить 3 минуты, 5 минут, 10 минут. Через каждый этот промежуток времени у вас будет запись прерываться и начинаться по новой. Гироскоп понятно. Так, вот это, кстати, интересная штучка WDR. Это технология широкого динамического диапазона, позволяет получить нормальное изображение в условиях резких перепадов освещения. То есть темные участки у вас будут осветляться, а засвеченные участки, более светлые, будут наоборот затемняться. То есть такой некий баланс. Так, затем интервальная съемка. Ее можно назвать также таймлапс. Это съемка фото через определенный отрезок времени, который образует впоследствии видеоряд из отснятых снимков. Можно поставить от 10 миллисекунд до 5 секунд. Да. Распознавание движения понятно. Рекордное аудио это косяк софта. На самом деле эта функция называется... Точнее, она позволяет отключать либо включать запись аудио. Штамп, дата, время. Это, кстати, тоже, мне кажется, косяк. Это... отображение даты и времени на этой экшн-камере. Так, англ. Англ — это у нас угол обзора. Он у нас четырехступенчатый. От 70 градусов до 170. По 4 ступени регулируется. Дайвинг мод. Как бы объяснить? Короче говоря, если вы снимаете под водой, то цвет будет таким же, как и в обычной среде обитания. Так, ну это ночной режим. Режим съемки. Это у нас просто, можно сказать, таймер. То есть нажимаете его, через, допустим, 10 секунд или 2 секунды у вас начинается запись фото. Да, фотосъемки. Размер изображения. Это у нас наши снимочки. То есть 20 мегапикселей — это максимальное разрешение. Это серия снимков. Это качество. Можно поставить высокое, стандартное, экономичное. Это резкость снимков. Дальше баланс белого. Так, тут у нас, да, вот все это выстраивается у нас. Можно авто поставить. Дальше. Цветной. Ну, это цвет черно-белый, коричневый, цветной. Там по желанию, по обстановке. ISO у нас регулируется от 100 до 400.
Дальше экспозиция. Также можно отрегулировать. Тут вон сколько ступеней. Довольно много. До плюс 2 и минус 2 получается регулируется. Стабилизация. Ну а трясучки, понятно. А удалить это, удалить видео или фото с данной камеры. Защита это поставить защиту на фото и видео. Wi-Fi включить-выключить можно, да. А, так, эта настройка получается, она позволяет изменить название, отображаемое на, допустим, телефоне этой экшн-камеры. Это пароль на Wi-Fi, чтоб случаем никто не залез. Дата и время можно поставить. Кстати, здесь можно вот отрегулировать. Не обязательно так, можно сменить. Сначала, допустим, год идет, потом месяц, потом дата. Так, автовыключение. Настраивать, через сколько наша камера выключится, чтобы не гореть зря. Экономит батарейку. Звук клавиш. Ну, это все с этим понятно. Voice Prompt. Это у нас голосовые подсказки. OSD. Это у нас функция отображения нашего меню поверх изображения, которое мы, допустим, засняли, видео или фото. То есть вот эта менюшка, где мы сейчас лазим, она будет поверх наших фото либо видео выскакивать. Так. Car ACC. Это у нас режим видеорегистратора. Подключайте через прикуриватель и записывайте, как колесите. Это выбор языка. Режим ТВ. Выбираете режим воспроизведения через порт HDMI. Просмотр вашего видео и фото на экранах телевизора, либо монитора. Это включение-выключение этой функции. Дальше идет Screen Save. Это у нас затухание экрана. То есть вы включаете, допустим, видео, и экран гаснет, чтобы опять же батарейка не расходовалась зазря. Это у нас частота освещения 50-60 Гц. Потом формат. Можно форматнуть карту памяти. Это перезагрузка, сброс настроек к заводским и версия нашего ПО. Вот указана модель C30 и версия прошивки 2.0. Вот. Ну, в принципе, все. То есть с настроечками мы разобрались. Ну, а теперь комплектация данной экшн-камеры. Сразу хочу, чтобы обратили внимание, что вот у меня есть такой некий бонус. То есть я взял нестандартный комплект, нестандартные аксессуары к этой камере. А еще продавец, у него было такое предложение для автомобиля. То есть тут вот зарядка от прикуривателя, получается. Крепеж на стекло. Также там есть, если я не ошибаюсь, аккумулятор дополнительный вместе с зарядкой. Вот, кстати, он сразу нам попался. Вот. Точно такой же аккумулятор, как и в самой камере. Плюс зарядка. То есть он заряжается по микро-USB. Далее у нас идет сам прикуриватель. Вот такой вот у нас он. Вот он, микро-USB вход. Ну, я думаю, все будет работать. Я еще, конечно, проверю. И сама присоска на стекло. Вот такая вот она у нас. То есть здесь все, опять же, все регулируется. Как нам нужно повернется. Тем более, что угол обзора, как я уже говорил, в
4 ступени от 70 до 170 градусов. Так, ну это что по бонусам касается. Теперь вот, ну как вы уже видели, сам бокс для камеры. Кстати, можно его проверить на герметичность заодно. Вот такой вот. Я не знаю, правда, вот это вот пластик или стекло. Если это пластик, то, я думаю, быстро выширпается. Это будет очень хреново. Ладно. Так, посмотрим, что у нас дальше. Честно говоря, я пока не разобрался в этом всем. Даже по отзывам и фотографиям я не понял, что куда крепится. Просто оставлю это здесь. Покажу, что есть. Вот он, кабель, кстати, есть. USB-шный. Далее у нас, я так понимаю, это крепеж на, не знаю, куда, на голову, либо на туловище. Даже хомуты положили, 4 штучки. То есть, ну вообще просто заботливый продавец. Это у нас получается дополнительная запчасть для бокса, закрывающаяся крышка. Так, ну это еще не все у нас. Тут еще полно всего. Тряпочка для паратирки. Не знаю, какой-то тросик. Плюс, не знаю, что такое. Какая-то резина в картоне. В общем, я не знаю, что такое. Потом табличка вместе с сайтом, я так думаю. Вот, карточка. Затем у нас мануальчик. Как, что, куда. Да, тут все эти инструкции. Ну, в принципе, это не сильно интересно. У нас такая табличка. Так, в этой коробочке все. Теперь вторая коробочка. Продолжаем. Тут у нас тоже какой-то крепеж. А вот, кстати, да, это как зажим на что-то вот цеплять получается, наверное. Потом разберусь. Тоже еще один зажимчик. Крепеж куда-то. На какую-то там, не знаю, трубу или на велик. Или... Ну да, что-то типа этого. Затем еще крепежки всякие разные. Это на штатив, наверное. Что-то типа того. Вот. Чтобы бокс, наверное, закрепить на штативе. Вот еще крепление. И еще крепление. Это у нас что такое? Это у нас тоже, наверное, для штатива какие-то приспособления. Я, кстати, все из коробки вытаскиваю. Я обратно в нее сейчас ничего не засовываю, поэтому можете подумать, что по кругу все. Вот, это у нас такая защита противоударная, так сказать. Такая облегченная версия. Так, тут у нас еще крепеж, как ни странно. И еще один крепеж. Да, ну все, закончилось. Я думал, еще там будет. Я уже привык просто перебирать это все. Ладно, ну, короче говоря, вот столько всего у нас теперь. Да, то есть с этим всем нужно как-то, короче, разбираться. Тут просто реально всего очень много. Вот. Ну, ладно, с этим потом. В общем, вот такая вот камера. Как я уже говорил ранее, сделаю видео и фото отчет. Ссылками в описании. Вот. Там будут предоставлены разные параметры съемки видео и фото. Вот. Так что смотрите в описании, проходите по ссылочкам, комментируйте, если у кого-то есть эта камера или кто-то собирается ее приобрести. Я также, кстати, оставлю ссылку на эту камеру на Алиэкспрессе, как ее можно приобрести, где я приобретал ее. Вот. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите моего теста об этой камере.
Я думаю, где-то недельки через две, когда я полностью ее протестю. Вот, так что спасибо за просмотр. Всем пока.